Теперь к событиям культуры. Историю про кота и про любовь впервые рассказали со сцены драмтеатра. Маркиз де Карабас показал юным зрителям свои владения и ко дню Святого Валентина покорил сердце принцессы, а также Ольги Савиновой. «Кот в сапогах» впервые за последние 10 лет шагнул на северодвинскую сцену. Премьера спектакля по мотивам сказки Шарля Перро прошла сегодня в драмтеатре. Репетировали ровно месяц. Романтическую историю подготовили специально ко дню влюбленных. Впрочем, первые зрители – младшие школьники. Мне очень понравились спецэффекты этой сказки. Очень понравилось, когда принцесса начала подползать к Жаку. Мне понравился, как кот танцевал, хорошо играет, веселый, смешной. Мне спектакль очень сильно понравился, потому что он был как будто настоящим. Как будто по-настоящему все это происходило. Режиссера спектакля пригласили из Иваново. На его счету около 20 театральных постановок, половина из них для детей. Сказку про кота видели зрители в других городах. Впрочем, в Северодвинске все как в первый раз. Новые актеры, костюмы и декорации. 90% успеха спектакля зависит от правильного выбора актерского состава. Мне все помогали. Естественно, без помощи я бессилен. Бессилен без поддержки. И спектакль также он делался на основе вот именно на этой, на фундаменте любви и уважения друг к другу. Если король придет и спросит, чьи это поля, скажите хором дружно: маркиза Карабаса. Равнодушных к игре актеров не было, ведь сегодня действующими лицами спектакля стали и сами зрители. Для детей приятнее, вот. Потому что когда ты непосредственно реакцию чувствуешь, это приносит большое удовлетворение и поднимает настроение. Актерская игра в постановке – это процесс прочувствовать, вжиться и сыграть. У любой роли есть свои трудности и сложности. С этим столкнулся даже король. Надо было разобраться, да, подробности, где ты отец, который чаще оказывается потакающим, да, собственному чаду, а где ты самодержец, да. Собственно, чем у него там и песни поются. Мне кажется, важнее вот эти вещи, чем какие-то внешние эффекты. Почувствовать себя в роли актера можно до конца театрального сезона. Ольга Савинова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.